25 декабря в автосалоне Porsche состоялся новогодний утренник, главными гостями которого были не сами клиенты автосалона, а их дети. Пока родители обсуждали автомобили любимой марки, малыши весело играли на специально оборудованной в салоне детской площадке. Кроме качелей и горки, детей ожидали и другие сюрпризы, подарки и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Дед Мороз, приди к нам в дом, мы тебя под елкой ждем. В то время как сказочные герои развлекали детей, их родители высказывали свое мнение о необходимости проведения такого рода мероприятий. Вообще идея на самом деле нужная. Мы в садик пока что еще не ходим, просто думали, куда пойти с малышом встретить Новый год, скажем, да, то есть просто с ним, потому что общение с детьми – это здорово. И когда нам позвонила, получается, Маша и пригласила, это было жутко приятно. Я считаю, что это здорово, я думаю, что стоит брать пример. Очень приятно. Конечно же, такие мероприятия стали у нас проводиться, и реально их совсем нет, только в детских садах, а так очень мало, поэтому ребята молодцы, что они стали такое организовывать, это и детям интересно. Я считаю, что это самое идеальное в наше время проводить деткам как можно чаще и больше таких мероприятий, но, к сожалению, у нас в Кишиневе это очень редко, и огромное спасибо центру Porsche, что они уделяют внимание не только его взрослой части, как бы они постоянно контактируют с нами, но и нашим малышам, которые будущие потенциальные, я думаю, их клиенты, которые радуются тоже ихним же машинам, которых, естественно, они с нами ездят, пользуются всеми моментами. Очень шикарная идея, классная идея. И тем самым Porsche, ну, представитель компании Porsche, развивает любовь к автомобилям с малого поколения. Я думаю, что это очень хороший шаг, но, тем не менее, все-таки это праздник, и они решили сделать праздник для детей своих клиентов. Я считаю, что это замечательная идея, то, что проводятся такие праздники. Дети имеют возможность, те, которые не ходят в детские сады и общаются в закрытых компаниях, имеют возможность встретиться с большим количеством детей, тем более такой красивый Дед Мороз, красивая Снегурочка. Всем весело. Все замечательно. И спасибо Porsche центру за то, что они проводят такие праздники. Дети тоже остались довольны. Мне очень понравилось. Очень сильно понравилось. Мне плакут форте Тарик и Ням Жука.